Ну что, девочки, мальчики, давайте попьем этот, как его, кофе. Ой. Кофе попьем. Я люблю кофе пить утром. Я недавно только поднялся, ребят. Видите? Помылся, конечно, помылся. Краевали. Где же вы, а где же я? Что же делала она? Краевали делала она. Пела и писала. Голос надо, девочки, мальчики, немножко вон севший сегодня. Просто севший. Знаете? Да, с утра надо это. Вот так. Как актеры, господи. Мальчил мы строяне. Сейчас мы. Да, как-то так. Девки и мальчишки. Ой. Ой, девочки, мальчики, такая ерунда снилась. Да, как будто я это мешки с картошкой перетаскивала. Так устал. Ночью. Ой, господи. Что только не приснится мне. Ужас. Нет бы спать, никаких снов не видеть. Так и не, ребят. Все, и вот эти вот какие-то мысли поганые, какие-то ненормальные. Нет вообще. Вот, понимаете, какая-то вот, не знаю, что-то такие. Да, что-то такие вообще. Ерунда, ерундовна. Ой, надо ложечку брать. От ложечки. Да, кружка чистая. Не, он нормальная. Нормально, чистенькая. Сегодня помыл. Мне надо бороду постричь. Да, подстричь. А то на Хоттабыча скоро буду похож. Не, вот, знаете, ребят, я не люблю бородатых. Не баб. Бородатых баб не люблю. А то такие прям эти вырастут у них, она дергает, тык-тык-тык-тык. Хоттабыч. Да, хорошего вам настроения, девочки, мальчики. Не будьте хоттабычками, да. То будете или дзинами. Я дзин, дзин! Да, девочки, мальчики, курлы-мурлы. Буди-буди-бу. Девочки, мальчики, здравствуйте. У нас нету снега. У нас мороз. Ха, красный нос. Короче, ну не в том дело, чтобы что-то говорить, да, девочки, мальчики? И с тем поговорить. И тема обговорить. Да, хорошая тема. Голуби, смотрите. Вчера сорока прилетала. Сегодня, по-моему, тоже прилетала, но я тоже, блин, не успел заснять. Не успел. Плохо, конечно. Ну ладно. Да, Маня? У меня кошка. Маня, Манечка моя, где же ты была? Вечно голодная. Да? Но она сало любит. Сало любит, мясо, колбасу хорошую. За 5000 она жрет ее. Да. Хорошую такую, вкусную. А я это сейчас кофе еще налью. Я пью кофе. Девочки, мальчики, некоторые люди, ну там, некоторые, с Ютуба там, это, и там, ну просто так, некоторые там спрашивают, да, как ты живешь, как, где твоя семья, где твои дети, где твои... Та-та-та-та-та! Короче, надо правду сказать. Девочки, мальчики. Я что хочу сказать. Ребят. Когда вы заходите в социальную сеть, там такое это. Есть правило такое. Девочки, мальчики. Вот когда. Не рассказывать про себя ничего. Ничего. Не давать ни номер телефона. Не давать...
адреса, не давать, понимаете, вот абсолютно ничего, не, понимаете, вот так, кондифициальность называется, вот, кондифициальность, Маня смотрит на меня, смотрит, да, кондифициональность, или как ее там называют, да, короче, вот так вот, вот, как говорится, никому не доверяй. Вот и все. Ты зашел для чего в социальную сеть? Ты зашел сюда, чтобы посмеяться, поржать немножко. Ну, повыпендриваться, да, девочки, мальчики? Блин, выговаривать не могу, как некоторые говорят. А вот ты слова не выговариваешь, анекдоты читаешь по тетрадке. По тетрадке, да, вот она тетрадка, у меня там еще несколько.